Hello friends, my name is Ksenia and we are learning Russian. Today is the second lesson where we learn Russian fairy tales, Русские сказки. We read them in Russian. I prompt you some words and you try to understand the whole fairy tale. Our previous fairy tale was called A Fox and a Crane, Лиса и журавль, and today we read A Fox and a Goat, Лиса и козёл. Лиса и козёл. In Russian fairy tales, a fox is very cunning. She deceives other animals, making profit for herself. Let's read a fairy tale with my prompts, and then I will read it in general. Лиса и козёл. Бежала однажды лиса по дороге. Бежала was running по дороге, road. Бежала однажды лиса по дороге, засмотрелась на ворону, crow, и упала в колодец, fall into the well. Воды, water, воды в колодце было немного, not much water. Утонуть, to drown, утонуть нельзя, но и выскочить, to jump out, но и выскочить тоже нельзя. Сидит лиса в колодце и думает, что делать. Thinking what to do. В это время, this time, по дороге шел козел. Умная голова. Заглянул от нечего делать в колодец и увидел там лису. Умная голова, clever head. It's ironic expression meaning opposite, because a goat in Russian fairy tales is silly. Заглянул, look into a well. Заглянул в колодец, от нечего делать, увидел там лису, saw a fox in a well. Что ты там, лиса, делаешь? He asks. Что ты там, лиса, делаешь? What are you doing there? Отдыхаю, голубчик. I'm having a rest, she says. Отдыхаю, голубчик, отвечает лиса. Наверху жарко, а здесь прохладно, хорошо. Outside is hot and here inside is cool. Воды холодной, cold water, воды холодной сколько хочешь. А козёл давно пить хотел. A goat wants to drink. А хороша ли вода? Спрашивает козёл. If a water is good enough. Отличная, perfect, отвечает лиса. Чистая, холодная, clean, cold. Прыгай сюда, jump. Прыгай сюда, если хочешь. Здесь и тебе, и мне место есть. Enough space. Прыгнул козёл в колодец, а она ему говорит: «Эх ты, и прыгнуть ты не умеешь, всю меня обрызгал». Slushed, he slushed the fox, she's angry. Вскочила лиса козлу на спину, jumped up on his back, со спины на рога, horns, и выскочила, jump out. И выскочила из колодца. А козёл чуть было не умер с голоду в колодце. Nearly died of hunger. Еле, barely, еле нашли его и за рога вытащили. Pulled out by the horns. This is all fairy tale. Again. Лиса и козёл. Бежала однажды лиса по дороге, засмотрелась на ворону и упала в колодец. Воды в колодце было немного, утонуть нельзя, но и выскочить тоже нельзя.
сидит лиса в колодце и думает, что делать. В это время по дороге шел козел, умная голова. Заглянул от нечего делать в колодец и увидел там лису. «Что ты там, лиса, делаешь?» «Отдыхаю, голубчик», — отвечает лиса. «Наверху жарко, а здесь прохладно, хорошо. Вода холодная, сколько хочешь». А козел давно пить хотел. «А хороша ли вода?» — спрашивает козел. «Отличная», — отвечает лиса. «Чистая, холодная. Прыгай сюда, если хочешь. Здесь и тебе, и мне место есть». Прыгнул козел в колодец, а она ему говорит: «Эх ты, и прыгнуть-то не умеешь, всю меня обрызгал». Вскочила лиса козлу на спину, со спины на рога, и выскочила из колодца. А козел чуть было не умер с голоду в колодце. Еле нашли его и за рога вытащили. This is all fairy tale. I hope you understand it. Write in comments if you could understand it or not, and wait for next fairy tales. See you in my next lessons. Let's learn Russian and make friends. Давайте учить русский и дружить. Пока!